Друзья, всем привет! Сегодня наконец настал тот день, когда я решил снять про своего гольфа. Прошел год после покупки, год эксплуатации у меня, и за этот год я проехал на машине 50 тысяч километров. И я теперь имею полное право, и у меня есть объективное мнение об этом автомобиле, с которым я хочу поделиться с вами. Что было за этот год? Да в принципе, честно говоря, ничего не было. То есть машина у меня с 2-литровым мотором, 220 лошадиных сил, версия GTI, GTI, как вам удобно. Кто любит там поглумиться над названиями, пожалуйста, глумитесь. Она у меня шестеркой DSG. Это, скажем так, самый надежный вариант исполнения DSG. Шестиступенчатая коробка с масляным картером сцепления. Машина на самом деле почему так много проехала? Машина 3 раза выезжала в Европу, машина возила в Европу семью. И вот здесь хотелось бы сказать, что несмотря на, казалось бы, скромные габариты и достаточно, скажем, относительно скромные размеры салона, то есть она без проблем с этой задачей справлялась. А что помогало? Бокс на крышу. В принципе, решает проблему с очень маленьким багажником. То есть я одновременно вывозил с собой и детскую коляску, и большой хоккейный баул, несколько чемоданов и кучу всяких сопутствующих вещей. То есть все это умещалось, и, соответственно, 4 члена семьи запросто размещаются в салоне этого автомобиля. Вот я не так давно купил Шкоду Суперб, Суперб, опять же, можете там похейтить, кто любит над названиями, да, глумиться. Вот, я там говорил, что буду сравнивать с гольфом. Вот первая, да, машины, казалось бы, разного класса, то есть Шкода Суперб классом выше. Здесь шумоизоляция лучше. То есть в простом гольфике, просто гольфике, шумоизоляция лучше, чем у Шкоды более высшей модели. Пластик. Вот здесь, ребята, он мягкий. Опять же, все в сравнении. Писали в комментариях, что ты где-то нашел дубовый пластик. Вот здесь вот дубового пластика нет. Видите, какой мягкий звук? И он мягкий. В Шкоде у меня он дубовый. Я потом поставлю 2 автомобиля рядом. Приглашу вас всех, кто говорит, где-то нашел дубовый. И заставлю потрогать здесь, в этой машине и в Шкоде. Все относительно. И мало того, у меня, кстати, машина российской сборки. Я не удивлюсь, если пластик в российской сборке и в чешской отличается. Поэтому, может быть, у вас чешская сборка, у вас мягкий пластик, я не знаю. Двигатель. Тесайные моторы, да, и многие моторы у группы ВАК славятся растяжением цепей и достаточно дорогой их заменой и обслуживанием. Здесь беспроблемный мотор, просто беспроблемный. Он не ест масло, то есть за 50 тысяч я меняю масло каждые 10 тысяч километров, то есть я его менял 5 раз. Я не доливаю вообще масло, то есть у меня долива нет. Я меняю его раз в 10 тысяч. У меня очень большие пробеги, я много достаточно проезжаю по трассе, поэтому интервал в 10 тысяч я не считаю большим. С мотором никаких проблем нету. С цепями, то есть есть опять же ролик, как меня дилер пытался развести на замену цепей. Можете его посмотреть. На данный момент выход там цепи 2,5, по-моему, венца. Можно будет на днях залезть, посмотреть. То есть, опять же, натяжитель нового образца. Проблем нету. Я думаю, до 200 тысяч со штатной цепью я проезжу. По ходовой части ничего не менял. То есть, никакие элементы подвески, ни амортизаторы, ни шаровые, ни стойки стабилизатора. Вообще ничего. Все стоит родное. Единственное, что с чем были проблемы, это с колесными дисками. То есть у меня было достаточно 2 серьезных попадания в ямы. И это мне выливалось все в конечном итоге в правку дисков. Вот. Один раз, причем, когда я ехал в Прибалтику, по Новой Риге в такую ямину попал, что думал, у меня там стойка сразу вытекла. Пришлось диск править. И второй раз, когда поехали в зимний отпуск в Европу, здесь вот, кстати, недалеко, в Серпуховском районе, проезжая там по бетонке, тоже в огромную яму, диски пришлось править. Причем сразу 2 диска по одной стороне, той стороной, которая попал. Касаемо коробки. В принципе, идеальная работа. Сейчас 130 тысяч пробега у машины, 50 тысяч моих. Идеальная работа. Ничего не толкает, не пинает. Претензий совершенно нету. Единственное, что уже, конечно, есть износ у сцепления. Вот, и я бы, конечно, знаете, что отметил? Вот бывает, в пробке едешь, вторая передача.
И знаете, вот как бывает на механике, на некоторых машинах это есть. Чуть вперед, чуть быстрее, чуть медленнее, чуть быстрее, чуть медленнее. И как бы коробку немножко вот так вот, ну, толкает, да, что ли, так скажем. Вот здесь вот это вот ближе к 130 тысячам появилось. Вот такие вот только на второй передаче, только в пробках. И не всегда это бывает, ну так вот немножечко. Дискомфорт, да, то есть это связано с износом сцепления. Вы знаете, вот я больной на продукцию компании BMW, вот, но я есть совсем больные, я как бы не до конца больной, я вижу вокруг машин BMW, моделей BMW, еще другие модели. Вот разглядел Volkswagen. Мое знакомство с этой машиной началось с того, что 2 года назад, когда начался летний сезон, и опять же появляется сразу желание купить что-нибудь помощнее, побыстрее, сбитое, собранное и так далее, я купил себе 6-го гольфа, причем сразу в конфигурации Stage 2, то есть с дубовой подвеской, там, с частично полиуретаном в подвеске, с чипом, с выхлопом, с большим кулером и так далее. Сезон проездил, очень понравилась машина, но думаю, на следующий сезон возьму такого же, но, соответственно, уже 7-го, но стокового, потому что стоп он более был такой подходящий для гражданской езды, повседневный. И я, проездив год тогда на шестерке, честно говоря, просто открыл для себя Америку. Ничего себе, как бы, вот Volkswagen. Почему я в сторону его не смотрел? Эта машина, на самом деле, обладает просто балансом качеств и характеристик. То есть он одновременно сбитый, одновременно управляемый, одновременно технологичный, одновременно динамичный и при этом экономичный. Эта машина в загородном режиме, вот даже вот пример такой, полная загрузка, 4 человека, бокс на крыше, то есть это дополнительное сопротивление воздуха, просто битком. Я думаю, даже больше, чем паспорт технических характеристик позволяет загрузить, здесь загрузка была. 7000 километров в Европу, по Европе и обратно, средний расход 7,3, соответственно, литра. 7,3, 2 литра, 220 лошадей, потому что многие, когда, например, видят гольф, видят шильдик GTI, а гонка там, гоночный автомобиль, как на нем ездить, на каждый день не возьмешь. Ребят, эта машина, это в первую очередь гольф, а во вторую очередь GTI. То есть у вас простой гольф со всеми плюсами, какими вам может дать гольф. Но помимо этого у вас есть запас по мощности, а значит у вас запас безопасности. Вашей безопасности присутствует. Помимо этого, в чем преимущество еще, например, GTI от обычного гольфа? Здесь классные комплектации, скажем так. Они уже есть какие-то фишки, которые его изначально отличают от обычного гольфа. В первую очередь это сиденье. Мало того, что они с фирменной клеткой, у них очень классно продумана анатомия. В них очень удобно сидеть. Причем независимо от того, какая у вас комплекция. У меня здесь и достаточно тучные люди ездят в машине, и все отмечают одно, что, блин, очень классная посадка, очень удобно сидеть. Вот про себя могу сказать, за один присест проезжал 2600 километров в этой машине, просто вот так вот сел и проехал. Ноль усталости спины, ноль усталости там поясницы, шеи, всего. Сиденье просто супер, мега класс. Помимо этого, ну, мультифункции руля там и наличие вот этой вот мультимедийной системы, сейчас этим никого не удивишь. Но, например, Шкода, которая у меня 2014 года, и этот Гольф, который 2013 года, делались примерно в одно время, разрабатывались, да, конструкторами. Но здесь машина более интересная, например, дизайн графики отличается. Здесь подсветка не желтая, да, а на светодиодах она белая. И так далее, вот во всяких как бы мелочах она Шкоду просто обходит. Помимо этого, почти все опции возможные, кроме навигации, кроме панорамки и кроме адаптивного круиз-контроля.
Ну и, соответственно, где навигация, там еще более крутая музыка стоит. Помимо этого, внешне, да, от основного, от обычного гольфа, здесь уже в штате идут 17-е диски колеса, соответственно, опционно еще доступны 18-е. За колесными дисками скрываются саппорта, покрашенные в красный цвет, то есть это никакой не тюнинг, не цыганщина, это с завода, так, причем это идет, это фишка с предыдущих поколений. Ну и, соответственно, бамперы имеют немножко другой дизайн, вот, что отличает обычную версию от версии GTI. Соответственно, раздвоен еще выхлоп сзади, причем честные трубы. Я вот очень люблю и уважаю производителей, которые продолжают ставить честные трубы, потому что если вы сейчас возьмете какой-нибудь Mercedes, AMG, AMG, там будут вставки в задний бампер, хромированные такие вставочки ромбиком, например, а за ними, особенно когда вы едете за такой машиной или ночью фарами подсвечиваете, просто убогие, тонкие трубы. То есть там звук выхлопа есть, да, вставки в бампер есть, а сами трубы такие же, как, не знаю, там, на 15-й модели «Жигулей», ну, условно говоря. Ну и в конце еще хотелось бы сказать о том, что меня очень удивляют комментарии, да, то есть канал растет, подписчики растут, но комментарии меня очень удивляют. Я удивлен тому, что у многих людей какое-то очень однобокое мнение о том, что либо, например, новая машина, да, и как бы и все, а все остальное это пропасть, хлам, и не имеет права на жизнь. Ребят, я на своем вам канале показываю альтернативное мнение. Я не говорю вам, что нужно сделать именно так, там, да, пойти вместо Весты взять Шкоду. Я вам показываю о том, что можно по-другому, и что большинство... Большое количество людей делает по-другому, покупают какие-то альтернативные модели. И я вам даю информацию о том, что вы можете получить за такие-то деньги. Вот эту машину я, скорее всего, буду продавать, ее судьба пока в подвешенном состоянии. Но я ее вижу цену в 1 миллион рублей. И я ее точно так же могу сравнить, как и Шкоду с Вестой. Потому что Веста в максималке стоит... что-то там 866 тысяч рублей, извините, могу сейчас, да, ошибаться, но такую машину можно только с максимальной комплектацией Веста сравнивать. И мало того, меньше, чем за 900 тысяч мне ее никто не предлагал, поэтому разница там в 100 тысяч рублей, но извините меня, ребят, многие клиенты, когда машину на вторичке выбирают, там приходят с бюджетом 800, а в итоге во время подбора, поиска аппетит растут, понимая, что добавив чуть-чуть 100-150, можно намного лучше получить, более меньшим пробегом, более лучшей комплектацией и так далее. Не будьте такими однобокими в своем мнении, смотрите объективнее, смотрите шире. Я не говорю о том, что надо так, повторюсь, или так. Это просто как бы мнение, это мнение имеет право на свое существование, на свою жизнь. Ну и в заключение, конечно же, надо подлить немножечко дегтя в нашу бочку меда с сегодняшнего рассказа про автомобиль. У машины есть недостатки, да, которые были выявлены, но они есть не конкретно у этого автомобиля, они, в принципе, присущи всему концерну ВАГ, который продается на территории у нас России. Слабое лакокрасочное покрытие, то есть... Краска в некоторых местах, есть проблемные места у этого автомобиля, многие про них знают. Краска прям хлопьями сходит. Попадает камешек, небольшой скольчик, этот скольчик разрастается, краска отваливается. Нужно за этим следить, все это можно локально ремонтировать. Это определенный минус, это, честно об этом говорю, это есть. И из опций еще не сказал, очень хотел бы про это сказать, что у этой машины есть камера заднего вида. Эта камера выезжает из-под логотипа Volkswagen на крышке заднего багажника. Логотип открывается, камера выезжает. У меня были разные автомобили, намного более дорогие, и там и BMW X5 и прочие, были не просто камеры, а камеры кругового обзора. И в нашем климате, особенно в зимнее время года, в межсезонье, эти камеры просто бессмысленны. То есть дорогая машина с этими опциями, но вы в эти камеры ничего не видите. Это первый автомобиль, в котором камера заднего вида актуальна всегда, в любую погоду. Она всегда остается чистой, она всегда выезжает чистой, и в нее всегда можно видеть и смотреть. Ну и плюс, соответственно, идеальная просто графика, по которой можно ориентироваться, чего нет, например, в машинах там Infiniti и Toyota. Там есть камера заднего вида, есть графика на дисплее, но ориентироваться по ней
извините меня, ну, нет, не хочу никого обидеть. Вот, мы тем временем приехали в славный город Серпухов, это Московская область. Приехали мы сюда на гольфике не зря. Вот, мы сейчас будем смотреть машину. Мы будем смотреть старый BMW. Я зарекался в начале сезона, что все, продаю все дорогие машины в конце того сезона. Продал BMW M3, точнее поменял ее на Audi RS4. Потом каким-то чудом осенью продал Audi RS4, остался без мощных машин, остался без... Ушел от временения по всем этим дополнительным налогам, обслуживанию и так далее. Думаю, все, 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 хватит, хватит. Следующий сезон провожу спокойно, ну, наверное, с гольфиком попробую его провести. Еще есть Шкода, там еще другая машина, вот. Но пришла весна, как только засветило солнышко, опять все зачесалось, захотелось. И мы едем смотреть очередную мечту, мечту просто многих. Ребят, подпишитесь, обещаю, если сейчас все срастется, в следующем выпуске вы ее увидите. Это будет просто фурор, это будет бомба. Слюни будут течь у вас просто рекой. У людей, которые любят автомобили. Всем добра, всем весеннего настроения. Повторюсь, не смотрите однобоко, смотрите объективно. И поменьше негатива и мата в комментариях. Друзья, ну мы образованные, все взрослые люди, зачем нам это нужно? Давайте, счастливо.